Всем здравия. Вот хочу рассказать про нашу Тойоту. Про Тойоту в 12 масштабе. Ну, если так уж быть честным, то я таких и не встречал. А еще и 200-го крузака, то есть вообще не встречал. Корпус был куплен за 1500 рублей на Алиэкспрессе. Но такое ощущение, что купил его только я, потому что машинок я больше таких не видел. В 14 масштабе я видел, в 16 видел 200-й крузаке, а вот в 12 масштабе я и не встречал. Да и все, кому я ссылки в дальнейшем скидывал на этот кузов, никто так и приобрести его и не смог. Установили на него, ну, багажничек, поставили на учет, поставили вот такие кронштейники из конструктора, чтобы можно было его вытаскивать. При установке подрезали вот так вот корпус. Надеюсь, видно. Вот. Но опять же, на внешний вид, снаружи, как бы никак это не сказалось, не отразилось. Ну, сама шась, это MM86, колеса 90 мм, амортизаторы 70 мм, маслонаполненные, мотор коллекторный 55 витков от Enjora, покупался комплектом вместе с регулятором. Так, что у нас тут дальше? Ременная передача стоит. Карданы металлические. Сервопривод опять же на этом тоже родной стоит. То есть вот эти, я не скажу, что они мощные, это 20-граммовые штатные сервы, которые вообще с магазина идут. Но ребята, эти сервы, что вот на черном Геленвагене, что на вот этом шасси, на котором стоял белый гелик, корпус от белого гелика, то есть они реально уже отходили так, ну, прилично. Более чем прилично, то есть они отъездили очень много. И грязь, и воду видели, и что только не видели. И снег, и морозы, и по сей день она работает. Аккумулятор у нас стоит LiPa 3025C. Управляется модель вот с такой вот аппаратуры. Как она? AX5S. Супер RC System. Так что это, если что, супер. Так что там не надо там. Аппаратура 4-3-канальная. Ну, скажем так, ничего такого прям выдающегося нету. То есть есть регуляторы трима, расходы газа Light, Medium и Hard. Ну, опять же, переключение реверсов. Руль. Ход. Ну, как бы и все. То есть, ну, это очень бюджетная аппаратура, то есть вполне себе ее хватает. Почему 55Т, допустим, мотор, а не там 35 или 25? Сын очень хотел плавно, чтобы машинка прям, ну, плавно ехала и прям тянула, чтобы не надо было газовать. Ну, вот эта вот машинка вот так вот теперь едет плавно на этом моторе. По-моему, более чем. Даже вот сейчас вот поставим препятствие и попробуем преодолеть плавно препятствие. Ну, я думаю, она справится без проблем. При всем этом работает модель очень-очень тихо. То есть слышен только писк двигателя и все. А когда стоит корпус, то есть и писка двигателя это не слышно. Ну, в общем, вот классная модель у нас получилась. Мне очень нравится. Как внешне, как и то, как она едет. То есть, ну, суперская. Ну, опять же, плюс
такой немаловажный. Такая только у меня и у Майкла Джексона. Это так, шутка. Кузов закрепил. Вот пока на вот такие кронштейники, вот, сделанные из конструктора. То есть до этого она крепилась, стояли вот такие вот эти брызговики а-ля пороги. Ну, это от гелика стояли такие брызговики, и через эти отверстия тут были просверлены, у меня и крепилось. Ну, сын, короче, там гонял на ней, сломал и одну вот такую штуку, как он ее умудрился сломать, я вообще не понимаю, и сломал крепление на кузове. Поэтому пришлось вот так вот крепить теперь. Ну, вот в целом, в принципе, наверное, и все. Кроме как сказать, что модель классная там и все остальное, то есть сказать-то больше и нечего. Потому что модель действительно классная. Модель действительно выглядит суперски. Но вот, допустим, если сравнивать с Чироки, то она реально больше Чироки, причем на порядок больше. Ну, хотя я думаю, наверное, если Чироки взять в оригинале и поставить рядом с крузаком, плюс еще и на таких колесах, так, наверное, так и будет. Примерно верно. Потому что вот, чтобы не говорить, да, там МН, как бы они вот соблюдают вот эти габаритные размеры, то есть и что Defender, что вот, что Гелик, что Чироки, я прям брал линейкой, мерил, делил, все подходит. Ну вот, о чем, в принципе, и хотелось рассказать вот про Toyota. Такое маленькое, короткое видео. Ставьте крузаку, кукурузеру. Когда на учет ставили, спрашивают, какие вам буквы, мы Т200, КК. Ну, буква Л не пишется на номерах, поэтому кукурузер. Toyota 200 кукурузер. Посмеялись, вот нам выдали. Номера, кстати, делал, печатал на принтере. Это без проблем сейчас. Я там видео уже снимал на эту тему. Ну вот, друзья, всем добра. Ставьте лайки. Всем удачи и добра.